Пока летний сезон только в перспективе, период зимней рыбалки уже завершен. Правда, не для всех. Несмотря на запреты, люди с бурами и удочками каждый день выходят на все более тонкий лед. Ксения Абутина выясняла, что заставляет людей идти на риск. Эти люди с удочками приходят сюда в надежде на хороший улов. Однако поймать можно пневмонию. Это если повезет и живой останешься. Сейчас напитавшийся влагой лед обманчив. Один неверный шаг и холодное купание обеспечено. Выходить на водоемы сейчас небезопасно. Уже можно заметить, что лед вдоль береговой линии стал тоньше. Прибавить к этому плюсовые температуры, и риск провалиться удваивается. Чтобы не вылавливать незадачливых рыбаков из воды потом, спасатели предпочитают предупредить сейчас. Поэтому каждый день выходят на патрулирование. С 1 апреля у нас действует постоянный спасательный пост на острове Юность. Патрулирование проходит в будние дни, во второй части полудня, в выходные дни два раза в день. Правда, ограничиваться приходится добрым словом. Наказывать рублем беспечных рыбаков спасатели не имеют права. Но самое страшное – это не получить штраф, а оказаться в ледяной воде. В 2023 году удалось спасти троих любителей подледного лова. Однако пример пугает немногих. Все равно идут на водоемы. Рискуют, в надежде, что именно с ними ничего не случится. Ну или спасут. Ксения Абутина, Владимир Пинаев, Иван Гоголев. Новости по будням.